От душевного мятежа многие приходят к религии. Звук «К» в имени твердой иголки при звучании настораживает, вызывает напряжение. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Буква «Т» дает человеку настырность. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. В скором времени эти люди замечают, что их тянет жить или просто подолгу находиться в домах или квартирах с номерами числа 4. Например, 4, 31, 13, 40, 121 и тому подобное, где происходят знаковые встречи и знакомства, которые, как правило, больше связаны с духовной стороной, нежели с материальной. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.